Привет всем! И вновь наступило детское время. Это значит, что сейчас юные телезрители узнают все самые важные события из мира мальчишек и девчонок. В студии Никита Гарифуллин, и вы смотрите детские новости. Уже не один раз мы рассказывали вам, дорогие друзья, про хобби. Сегодня речь пойдет о необычном увлечении, которое испытали в детстве наши специальные корреспонденты. Сейчас они расскажут вам о нем. Сегодня мы находимся в областном центре детского технического творчества. Здесь можно узнать, как построить настоящее судно, собрать собственную машину и отремонтировать любую технику. Техническое творчество – это целая наука, потому ребят, занимающихся здесь, смело можно назвать юными изобретателями. А простор для фантазии в Центре технического творчества просто огромный. Например, на занятиях по судомоделированию мальчишки изучают строение лодок, парусников и кораблей и самостоятельно изготавливают их миниатюрные копии. Кстати, несмотря на небольшие размеры, кораблики отлично держатся на плаву, могут развивать скорость и даже менять траекторию движения. Ну а тех, кого манит небо, с радостью принимают в объединение авиамоделирования. Точно так же, изучив все сложные схемы строения самолетов и вертолетов, ребята сооружают свои собственные. Такие авиамодели не встретишь ни в одном магазине, а управляют ими с помощью пульта дистанционного управления. Кроме того, в Центре технического творчества есть компьютерный клуб, в котором изучают компьютерную грамоту, так необходимую в современном мире. И, конечно, настоящим парням интересно занять их по радиоэлектротехнике. Здесь каждый может научиться своими руками собирать или ремонтировать любую технику. Я недавно начал, поэтому еще только учусь. Из бумаги вырезал один раз. Теперь вот такие детали вырезаю. Парусник, это я делаю. Я изучил программы Photoshop, Flash, Word, PowerPoint, ну все основные программы. Модели строим, и они летают. Ну, я хочу вот на пульте управления построить, чтобы полетать. Оказывается, уже в школьные годы можно стать настоящим изобретателем. Научиться своими руками ремонтировать сломавшийся телевизор или утюг. И даже конструировать сложную технику. Для этого всего лишь нужно быть увлеченным любимым делом. Ну и, конечно, заниматься техническим творчеством. Варвара Федосенькова, Стас Симаков, Алексей Зайцев специально для программы «Утро в твоем городе». Наконец-то пришло время нашей традиционной рубрики «Новости со всего света». Ими поделится Полина Семишина. Британский суд рассмотрит дело о громкой девочке. Английской семье пригрозили выселением из квартиры, если родители не уймут свою дочь. По словам жильцов, двухлетняя малышка по имени Скай с белокурыми волосами и лицом ангела. Сущее наказание. Она слишком громко кричит. За несколько месяцев соседи успели написать местным властям десятки жалоб на непристойное поведение ребенка, крики которого некоторые сравнивают с ревом мотоцикла. Теперь они ждут, что семью выселят за нарушение правил проживания. Американским школьникам запретили носить уги. В американском штате Пенсильвания ввели запрет на ношение такой любимой многими обуви. Руководство школ приняло такое решение в связи с тем, что ученики часто прячут в модных сапожках мобильные телефоны, а ими во время уроков пользоваться категорически запрещено. Поэтому руководители школ выпустили распоряжение о том, что теперь все ученики, пришедшие на занятия и обутые в уги, будут обязаны переобуться. Вот вы узнали самые важные детские новости. Смотрите «Детское время» каждую неделю. С вами был Никита Гарифуллин. Всем пока!